в детстве давали витамин С в комплексе с рыбьим жиром. Сейчас, конечно же, новые технологии, новое время, 21 век. Слава Богу, что мы можем не только быть здоровыми, но и красивыми. Конечно же, при помощи чего? При помощи правильного питания, при помощи хороших, важных продуктов для нашего организма, для нашего иммунитета. Но для того, чтобы мы в комплексе были здоровыми и красивыми, конечно же, нужно дополнять дополнительными ингредиентами, такими как омега-3. Омега-3, который включает в себя витамин А, Д, Е. Вот у нас перед нами такой классный комплекс, который я даю тоже своим детям, мы сами употребляем. Плюс не только это какой-то такой противный продукт, который воняет, он не имеет ни запаха, он не имеет каких-то противных привкусов, он очень приятный и на вкус, и на вид, и на запах. Его с удовольствием дети употребляют в таких вот классных дрожже, можно сказать, такие желешки, конфеты. Детей обычно мы всегда обманываем, ну, пожалуйста, съешь таблеточку, ну, проглотни, запей. В данном случае очень классно, что изобрели, что дети это воспринимают не как какое-то лекарство, а просто как очень вкусный, не витаминки даже, а конфетки. Вот так вот мы деток обманываем. Быть здоровыми. Что могу сказать еще, что наша семья употребляет не просто ложечкой. Мы, когда садимся либо обедать, либо ужинать, мы всегда берем омега-3, 2 столовые ложки омега-3 наполняем, заполняем салат вместо обычного растительного масла. Вы получаете огромную дозу, огромную порцию и витаминов, и минералов, и полезных жиров для вашего организма, которые укрепляют ваш иммунитет, которые укрепляют ваши кости, которые делают эластичными ваши сосуды, также заставляет наш головной мозг работать намного лучше и эффективнее. Плюс также очень мне нравится вот эта серия Тутти-Фрутти. Это серия, которая даешь деткам, я своей маленькой Ангелине даю с 2,5, даже не месяцев, а с 2,5 недель. Я наливаю 2,5 миллилитра 2 раза в день, можно давать маленькому ребенку для, конечно же, для иммунитета, для здоровья и для того, чтобы зубки были крепкими. Вот так вот. Тем более, когда включено здесь все, и витамин А, и витамин Д, и витамин Е. Вам не нужно давать ребенку отдельный витамин Д, потому что здесь все есть. И для того, кто хочет быть не просто здоровым, но еще и красивым, потому что омега-3 – это залог красивой кожи, волос и, конечно же, наших зубов. Это витамин Д с омега-3 в комплексе. Будьте красивыми и здоровыми. Желаю вам самое главное, конечно же, всем нам просто здоровья.